еще одному российскому клубу «Локомотиву» сегодня предстоит провести матч 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика». На предматчевой тренировке Лоськов, Абина и Игнатьев, которые восстанавливаются после травм, занимались по индивидуальной программе. Не сможет принять участие в предстоящей встрече и новичок столичной команды Роман Павлюченко, поскольку он заигран в этом турнире за «Тоттенхэм». Главный тренер москвичей Жозе Касейро заявил, что в первом официальном матче после долгого перерыва «Локомотив» устроит победу с минимальным счетом 1-0.